Это очень вредная старая собачка. Полчаса выпрашивала у меня еду. Вот я нарезала. Это специальная диетическая собачья колбаска. В зоомагазине мы берем, привезли с собой. С печеночкой. И вот, пожалуйста. Ед, я не буду ничего. Вы мне не дали сразу. Ой, у нас какая опухоль у тяпочки. Вот это вот нам предлагают сделать операцию. Мы приедем уже из... О, Господи. Ничего вообще не хочет. Со старыми животными, так же, как с людьми. Очень капризная. Вот опять раздрала себе. Только я отошла, ненадолго раздрала себе всю спину. Она у нас не ходит, все время вот так лежит или сидит немножечко на травке. Не надо, ей все должны служить. Сейчас будем лечить ей бок. Пойду схожу за лекарством. Вот такая у нас коробочка с лекарствами тяпиными. И вот такой нам прописали спрей. Попшикали. Теперь ей будет полегче. Немножко сейчас засохнет там. Вот, сейчас полежим. Пойдем с ней пройдемся. Она любит, когда на ручках ее носит. И гуляет. Покушай еще колбаску. Нет, вот смотри, вообще не хочет. Это она капризничает, так что вовремя не уделили ей внимания. Собачками с маленькими были. Такая у нас тяпочка. Капризулечка.